Всем привет, друзья! Хочу сегодня сделать зарисовку гор. Бумага у меня Баохонг, 300 грамм, среднее зерно. Сейчас я ее смочу, пока она будет намокать. Определюсь с красками. Рисунок я уже набросала примерно. Гряда гор, остальное по ходу пьесы. То есть она пока напитывается влагой. Замешаю цвет неба. Небо я возьму мой любимый кобальт. Там, где оно совсем голубое. Там, где оно немножко сероватое, добавлю кадмий красный. Вообще у меня здесь на этой крышечке сложно сказать, какие краски. Тут все что угодно. Я хочу их вымазать. Жалко смывать. Хочу их вымазать. И потом уже свою палитру здесь разместить, той, которой я работаю. Так, это небо у нас. Дальше вот это вот то, что здесь есть, это будут горы. Я подозреваю, что это или Марс коричневый, или сейчас посмотрим. Или Марс коричневый. Ну, похоже на Марс. Может быть и сепи. Похоже на Марс. Это, наверное, индентрен. Индентреновый синий. Похоже. Это у нас будет Дагор. Что тут у нас запачкалось? Это для гор. Дальше тут будет еще какая-то вот в этом месте растительность желто-зеленая. Значит, у меня есть зеленая готовая. Зеленая готовая, судя по всему, это... как ее, травяная, наверное. Ее загрязнить. Так, это у нас зеленая. Ну что, промокну я, наверное, долго. Не затягивать это дело. Хочу сделать это максимально быстро. В всяком случае, попытаться. Так, ну что, небо. Небо. Обходим горы. Так. Кобальт. Небо готово. И выберу, наверное, немного как-то так. Горы у нас в тумане, так что немножко тут сымитируем туман. Okay.
Дальше. Горы. Горы. Чтобы сделать горы, я возьму мастихин. Так, может быть, оно еще не до конца просохло, но мы попытаемся. Так, кошечка у нас еще тут есть. Вот. Так, что еще? Вот так, мастихина. Да? Угу. Немножко меняем цвет коричневого. Даже зеленого где-то. Дальше сейчас еще чуть-чуть здесь. Ой, как оно брызнуло. Как же оно нехорошо себя повело. Так, вот здесь вот у нас есть такая еще. Так, и теперь я, знаете, что хочу сделать. Поскольку они у нас в тумане, я хочу этот туман изобразить. Вот. Чтобы изобразить туман, нужно подраспустить эту краску, просто набрать воды и там, где эта краска заканчивается, эту водичку туда отпустить. Можно еще какие-то такие зигзаги сымитировать. Теперь я изображу такие снежные дорожки. В кисть набрать воды и провести вот так вот свет на этих горах. Для этого я просто желтой краской обозначу эти места. Пусть оно будет освещено в таком в разбавленном достаточно состоянии. Желтое. Ну вот так. Как-то так. Да, мне хочется, знаете, что еще? Так, по-моему, это тоже тут были горы. Мне хочется вот это место более такое темное сделать. Сейчас мы его вот так. Да, просто мажу мастихин краской. И вот так вот завершать. Это сильно хорошо. Тоже нехорошо. Так, и если у нас туман, то получается, что здесь нам надо подразмыть. Вот если я сейчас запущу сюда воды, при условии, что краска не подсохла, еще свежая, то вода должна растолкать эту краску. И у нас получится туман. Вот так вот. Можно
здесь чуть-чуть. Так, теперь хочу сделать вот здесь какую-то растительность. Для этого возьму эту зеленую и добавлю сюда кадмия желтого и добавлю сюда вот чуть-чуть смочу это дело и поехали. Хочу разное, чтобы все было разного цвета. Так. Позеленее. Угу. Так. Пожелтее. Есть. И что? И тут что-то такое. А здесь, знаете, что мне хочется сделать? Здесь мне хочется сделать, сымитировать такие, как травинки, как будто это у нас ближний план. Вот так. Горы вдалеке. А это у нас совсем тут. Совсем рядом. Чтобы оно было разного цвета. Вот так. Вот. Помните подразмыть. Не совсем понятно, что вот это красное, но пусть будет. Есть. И что теперь? Туман там. Иногда что-то просвечивается сквозь туман. То мы можем это показать. Здесь, конечно, оно, эта зелень слишком яркая. Запущу я, наверное, воды вот такой. Эх, так, ну что тут? Что тут можно считать завершенными или не совсем? Ну, можно сказать, что почти все. Единственное, что может быть как-то тут чего-то такого. Чего-нибудь утемнить. Угу. Здесь. Так, ну все. Я думаю, что на этом можно остановиться. Сегодня моя задача была попытаться изобразить горы с помощью мастихина. Значит, какие я делаю выводы? Что практически мне это удалось. Практически. А почему практически? Потому что надо было немножко подождать, чтобы небо подсохло. Вот, в принципе, мы можем сделать это сейчас. Как бы. Это небо. Уже оно подсохло чуть-чуть. Вот так. Нужно было подождать, чтобы небо немножко подсохло, чтобы не было этих пауков. Вот. Ну, в общем-то, на горы это похоже. Поэтому задача выполнена.
Ну вот так, друзья.